Добрый день. Мой робот-пылесос Xiaomi Roborock S55 куплен в конце 2019 года. До сих пор служит верой и правдой. Вот история уборки моего робота-пылесоса. За все время использования убрал 32 тысячи квадратных метров. Затратил время на уборку 549 часов. Количество уборок 1559. Работает до сих пор отлично. В последние год. Два появилась ошибка 10 на роботе-пылесосе Xiaomi Roborock S55 при уборке роботом-пылесосом помещения, особенно в турборежиме. Ошибка 10 означает, что нужно заменить или почистить фильтр. Также может говорить и о других проблемах с роботом-пылесосом. Это может быть турбина, датчик давления и так далее. Начнем с простого. При замене фильтра HEPA в контейнере пылесборника на новый, через пару дней опять появляется ошибка 10. Особенно если включить турборежим уборки. Это нам говорит, что проблема не в HEPA-фильтре, который установлен в контейнере пылесборника. Предупреждение робота-пылесоса. Ошибка 10. После предупреждения о ошибке 10 робот-пылесос уменьшает силу всасывания, продолжает выполнять задание. Для чистки турбины и фильтра в роботе-пылесосе Xiaomi Roborock S55 надо разобрать его почти полностью, не каждый решится на такой ремонт. Инженеры Xiaomi могли предусмотреть это и сделать быстрый доступ к турбине и фильтру. Я решил пойти другим путем, начать с минимальных затрат. Если проблема только в забитом фильтре, а не в других компонентах, можно решить проблему намного проще и без разборки робота-пылесоса. Мое решение для устранения ошибки 10. Мне этот метод помог, надеюсь, поможет и вам. Далее можно увидеть. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо. Смотрим дальше. Все просто. Для этого нам понадобится другой пылесос или компрессор. С компрессором проще, но не у каждого он есть. Будем использовать другой пылесос. Достаем с робота-пылесоса контейнер для мусора. К пылесосу подключаем шланг на выдув и продуваем робот-пылесос в обратном направлении через решетку выхода воздуха с робота-пылесоса. Продуть в течение 1-2 минут, перемещая шланг пылесоса по прорезям на корпусе, этого будет достаточно. Потом переставляем шланг в пылесосе на втягивание и проходимся по отсеку, где устанавливается контейнер-пылесборник. Данные действия можно повторить пару раз, хуже не будет. Такой продувки мне хватает на год. Свой робот-пылесос продувал 2 раза при появлении ошибки 10. Ошибка пропадает и не появляется даже на турборежиме. Робот-пылесос работает нормально. Этот метод можно применить к другим роботам-пылесосам. Буду рад, если мой совет помог вам решить проблему. Приближаются праздники, решил себе сделать подарок, купил в помощь своему роботу-пылесосу Xiaomi Roborock S55, который служит верой и правдой помощника. Roborock S8 Max V Ultra с русским языком, черный. Первое впечатление от нового робота-пылесоса хорошее. Если вам интересно, пишите. Позже сделаю маленький обзор на новый робот-пылесос. Не забываем подписаться и поставить лайк. Спасибо.